Приветствую, друзья, вас на своем канале Земледел. Сегодня суббота, 18 ноября. Он приехал дежурство смотреть, что у меня тут, как там. Потому что сегодня выпал снег, все начал дождь. Сейчас выпал снег, все замерзло, слякоть. Короче, погода отличная. Сегодня утром произвел обработку, сейчас покажу. Сегодня внесли препарат на обе теплицы, фитолоин, наш биологический фунгицид от корневых гнилей, от грибковых заболеваний, вообще-то под корень пока не стали давать. Сейчас мы таких типа в виде профилактики, но которые кустики слабенькие были, я уже показывал. Всякое бывает, может там что-то где-то с корнем проблема, думаю, не помешает. Внес его, получается, через опрыскиватель 30 грамм на 15 литров. Прежде чем наливал в опрыскиватель, воду подкислял до 6,5-6,6 ровно. Только потом он так его вливал, 30 миллиграмм на 15 литров. Потом добавлял натурамин 7 грамм. На 15 литров тоже. И обрабатывал это все. Получается, у меня 4 бачка, 15 ушло на одну теплицу и на вторую. За 3 часа, короче, обработали. Далее, потом в понедельник, сегодня суббота, потом в понедельник, сейчас это как его купят на днях, внесем под корень фитоспорин. Обычный эмовский МЖ возьмем, это как максимальную дозировку тоже надо в землю внести. По всей земле, короче, надо это, по соломе, по рядам надо обязательно попасть, чтобы это, как, в виде профилактики. Далее, в понедельник же по листу нужно будет пройти фитоспорином АС. Это защита растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Ну, знаете уже, это стандарт: фузариоз, мучнистый, альтернариоз, корневые гнили, бактериальное видание, плесень, гниение семян. Еще вот такое нам порекомендовали, я им никогда не работал, вот мы первый раз покупаем. Большие дозировки мы не нашли, вот у меня только сколько здесь, пол-литра, наверное, да, пол-литра. Больше мы не нашли. Значит, тут бактерии, сенная палочка, 8 видов и 2 вида триходермина. Вот я сомневаюсь, что будет, не будет. Но говорят, концентрация здесь сенной палочки высокая, разного вида, 8 штук вообще-то. Экологически чистый. Кто будет говорить, что химия, не сомневайтесь, вот он биологический. Первый раз работаем таким. Вот то же самое. Фитобактерии. Еще он идет как... Я забыл, типа антибиотика, но он мощнейший, мы им работали как-то. Далее через 20 дней еще обработку сделаю, и все, в принципе, нормально будет. Вот это вторая теплица, которую я тогда показывал, помните, подвидали, вот такие кустики. Вообще-то все, что было очень-очень слабым, погибло, осталось вот столько. Вполне нормально себя чувствуют. Пошли боковые побеги, пасынки с огурцом. Что вот так пострадало очень много, наверное, процентов 60 точно. Ну, а что сделаешь, сейчас время еще есть. Нормально будет. Сейчас отойдут подконки, как положено будем делать. Все нормально. Вот такой пасынок. И на нем огурчики, смотрите, какие красивые. Это мамлюк. Мамлюк всегда радует. Вроде как уже погиб при смерти. Он как бахнет. Сейчас собирать не будем успевать. Зарастает, в общем-то. Хорошо зарастает. Цвет уже появился. Вот у него, к примеру, куст. Все. Он уже при смерти был, а вялый был. Он, смотрите, весь в огурцах. Я вам скажу точно, что это все вырастет. Вот оно все. Я не знаю, сколько там десятков огурцов. Далее снизу вот то же самое.
Все, это как куст уже при смерти был. Вот смотрите, какой пасынок. Это у нас мамлюк. Снизу без ничего, без лесочков вот выходит. Хороший огурец будет, стандартный, вот, как и везде. В общем-то, нормально будет. Еще их будем формировать на штук по 10, можно минимум на одном пасынке оставлять. Он вытянет их, нормально будет. Вот пол теплицы скосило, вот в основу здесь и косило. В конце у меня вот почему-то болячка тоже появилась в конце. Я думал, всякое бывает, вдруг зараза какая-то. Вот смотрите, сколько огурцов. 7 огурцов и еще много будет. Вот сверху. Пожалуйста. Красивые, большие. В общем-то, вот так обработался. Тоже это как, кто работал этим препаратом, расскажите, как что он себя повел. Но мне лично нравится, к примеру, это как вот. По сравнению с другими биологическими фунгицидами, вот это самое мощное я пока выбрал, и кроме трахедермина. Трахедермин, конечно, уже по земле мощный, но мы им чуть-чуть будем попозже работать. Сейчас проблемы его не найдешь вообще-то много, поэтому из чего того, что есть, тем мы будем работать. Что вот так, спасибо всем за просмотр, пишите комментарии, не стесняйтесь. Вопросы задавайте, что, как, что, почему. Буду отвечать обязательно. Так что я уже не знаю, про что снимать, уже все показывал. Так что интересуйтесь, как раз мне тема будет. Рассказать вам, что-то, может быть, недорассказал. А что вот так, друзья. Спасибо еще раз за подписку, все, кто подписывался. Кто не подписался, подписывайтесь, с нами будет интересно. Что вот так. Всем пока.